И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved на сервере Урал Клаб с модом Анунаки. И там еще несколько модов, ну не суть, основной мод это Анунаки. Вот такую-то маленькую базу себе построил, состряпал, потратил, ну, около 5000 камней, короче, ну так, не сильно много, не сильно мало, я бы так сказал. Вот, ну, примерно, ну, пока что я еще не доделал ее. Как видите, да, тут стенок нету, надо доделать крышу и так далее. Но у меня уже такая примерная база более или менее да есть. Притомил я Аргентависа себе, что-то он 350-го левела был, и, ну, примерно 350, я точно не помню. Вот, и, собственно, вкачивал ему скорость передвижения. Вот, потому что скорость нужна. Анкилозавр мой все еще здесь. Мой олененок еще здесь. Мишаня и Маша здесь. Все нормально. Птер цел здоров. Сделал вот такой вот выход себе. И здесь я потом еще тамбур сделаю маленький. Ну, так сказать, от подписчиков прятаться, чтобы они мне не пытались что-нибудь скинуть, там, подарить и так далее. Потому что, во-первых, это по правилам запрещено, а во-вторых, благодаря тому, что у меня ничего нету, я начинаю думать своей головой. Так, к примеру, я допетрил такой штуки. Сейчас я немножечко дровишек подкину в костер, чтобы было поярче, потому что уже темнеет. Я что-то пока готовился. А, наоборот, светает, отлично. Так что не надо уже. Вот, в общем, пока я туда-сюда думал, ну как-то же надо глушить. Я такой думаю, блин, стрелы, вот, Poison Arrow, вот эти вот, да? Их же как-то же можно, по идее, приготовить, состряпать. Думаю, блин, надо поискать по поисковику. Ввел Анунаки и увидел такую вот картину. Вот они, Poison Arrow. И знаете, в чем весь прикол? Не надо стряпать наркотики. Просто тупо 10 наркобериков, и все. Волокно, наркоберики и каменная стрела. Черт побери, это можно просто тупо руками состряпать, и она намного лучше. Также нашел вот такой вот наркотик. Это матерый наркотик, судя по всему, потому что он требует 10. То есть, как я понял, как минимум 10 в одном, редких грибов 40, редких цветов 20 и 10 кристаллов. Причем, кстати, тоже это создается на руках и конкретная штука, я бы так сказал. Ну, как бы это не проблема, я пока лутал цементную пасту, немножечко, где там цветочки у меня, немножечко цветов, немножечко грибов я налутал. Кстати, гель-удильщика налутал с кристаллом. Вот, 119 грибов, 74 цветов. Как бы нужно будет еще налутаю. Сейчас у меня на 3 получается хват такого наркотика. Вот, и вот такой вот есть воркбенч. В этом воркбенче есть вот такой боеприпас. Анунаки Poison Dart. Это просто кошмар. 100 наркоты, кристаллы редкие, ну, так же, как и для вот этого требуется. Но дополнительно еще требуется цементный пост, слиток металла и порох. Что вполне так себе нормально. Единственная проблема это редкий гриб и редкий цветок, если уж на то пошло. И их нужно будет реально лутать. Если в обычной игре он нафиг не нужен, то здесь приходится лутать. Придется. Так, что же я хотел? Ну, в общем, и, кстати, вот до этого всего я додумался благодаря тому, что я сидел и думал, блин, а чем же приручать? Кстати, мне от Зака, он уже, кстати, на этом сервере уже прибазировался, играет. Ну, кстати, не только он, много кто пишет, знаете, даже как-то не по себе, как-то от этого всего дела, как-то стесняюсь и все в таком духе. Ну, не привык я к такому. Ну, суть в чем? Суть до дела в чем? А, он мне рассказал про, как я понял, бадас, вот эти вот зеленые птера, короче, Poison Птер. И я так подумал, блин, в натуре Poison Птер, то есть зеленого птеродактиля притомить, и я могу хоть кого оглушать им. То есть вот так тупо взял, там, пролетел, там, продамажил, и все, блин, он же в натуре. И он подсказал, где, что в хвойном лесу они находятся больше всего. Так что я буду
стараться в одной из серий его притомить. Ну, сложно. Опять-таки же, это мне нужно будет вот этот наркотик состряпать, потому что у бадасов конкретно прям сбивается оглушение, прям быстро, очень быстро. И все очень плохо, я бы так сказал. Также там где-то у меня бегает альфа волк, я тоже хочу, если его не завалит, я хочу его себе притомить. 600 левел, альфа волк, ну конкретно такая матерая псинка будет. Вот, немножечко территорию здесь подуменьшил, вот так вот составил, ну так сказать, отметил пока что себе территорию. Но вот здесь я как вариант ничего использовать не буду, территория у меня будет вот здесь стол. То есть у меня здесь будут ловушки стоять, и вот на моей будет территория. Так что да, как вариант я сейчас вот это все уберу, только оставлю разметку под трубы, потому что трубы мне тоже будут нужны. Загона мне такого будет достаточно, и здесь тоже такого будет достаточно. Вот, а домика вот такого мне маленького тоже будет вполне достаточно. Кстати, вот альянс уже заключили. Альянс называется круглый стол, я, по крайней мере, его назвал. Вот, круглый стол. Я не знаю, почему. Вот, и назвался также вольным строителем. Что же я хочу в этой серии сделать? Ну, по названию вы поняли, что я хочу в этой серии сделать. Рекса, конечно, притомить. Рекса, конечно, притомить. Нашел там наверху Рекса, и пока, так сказать, к себе приманивал, там оказалось два Рекса. Один Рекс 545 левел, собственно, этого Рекса я хочу. Сущ, хорош, да, ты нифига себе, уже красненький. Хорош тут, короче, это, типа, бузить. Вот, и там еще 325, что ли, где-то здесь Рекс бегает. Тоже сюда прибежала, блин, сверху спрыгнула. И, кстати, обе самки. И я не вижу, видать, туда куда-то убежала. Отлично, мне не нужно. Вот, в общем, хочу я сейчас Рекса заманить в свою ловушку. Я там специально крышу убрал в этой ловушке уже. Ну, как говорится, аргентавис есть, пока что не нужно. А для альфача я вот такую же ловушку состряпаю, только уже из металла. Потому что камень не ломают. Вот, и видите, как бы уже ворот открыл, все, уже готов, прям чтобы... И забежало. Вот, ну, а... Потом я буду тестировать и дротики попробую затестировать, сколько оглушений дадут и так далее. Вот, смотреть я буду через увеличительное стекло, надо будет увеличительное стекло состряпать и попробую через стену. Не знаю, задамажит, не задамажит меня, очень надеюсь, что нет. И попробую через стены посмотреть, сколько дает оглушение и так далее. Да, это немножко будет растратно в том плане, что я потрачу время и так далее. Если меня убьют, я еще больше времени потрачу. Ну, блин. Мне надо как-то контент делать, и ради вас я готов потратить свое время еще больше. Хотя сегодня, блин, с утра сервак не работал 5 часов. Просто тупо из-за того, что не работал. Отключился, блин. Вот, я потратил время. Знал бы, я бы ночью не спал бы. Лучше бы что-нибудь делал, а с утра поспал бы. Ну, хотя я в итоге еще раз с утра и поспал. Ладно, в общем, Рексушу сейчас попробую туда к себе загнать и уже посмотрим, что-то как будет. Вот. А загонять, кстати, я буду просто... Сажусь на землю. Собственно, для этого у меня револьвер есть. Садишься вот так на землю. Где ты, Рексуша? Твою дивизию. Ты чё, блин, там в натуре? Так. И вот так-то. Кач! Блин, почти. Оу, да. Но только надо так, чтобы она там никого не дамажила. А то в натуре. И мне, по ходу дела, придется самому зачищать все это дело, чтобы поменьше это дамажило. Твою мать, я там застрял. Просто если сейчас бы Рекс бы подошла бы, то все, мне кранты было. Вот. Ну, в общем, сейчас я буду зачищать локацию и... О, металлический топор, прикольный, наркота. И уже в ловушку загонять. Да, уж не так-то уж и легко ее сюда притомить, точнее, заманить. Пока что еще только заманиваю. Она как будто чувствует, что здесь опасно, она просто не идет сюда. Даже когда бежит, прям разъяренно на меня бежит, она просто встает и разворачивается. Я вообще не знаю, она реально как будто чувствует, что здесь это ловушка. Может то, что построек много, может еще что. Ну ведь... я не знаю. Экс. Отлично. Так, ну она там лестницу ломает, нормально. Давай. Я уже дала. Надо было сломать всю эту постройку, блин. Что-то я затупил чутка. Ну, уже ближе, чем раньше. Она раньше от озера вообще никуда не отбегала. В натуре. А теперь вот она.
На фигу намотанная. Давай, 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 давай. Запрыгивай сюда. Эх, походу дела придется без птера бегать, потому что... Что-то мне очково на птере, если честно. Опаньки. Да и лучше всего здесь оставить его. Так, не, лучше не через ворота. О, да, в натуре. Очково. Пошел я, короче. Тейкс. Делать буду так. Как с аргентависом. Иди сюда! Давай, 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 прям на меня, прям на меня, прям на меня! Твою мать, твою мать, твою мать! Тихо, тихо, тихо! Не подойти бы ворота закрыть, а? Давай, 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 давай! Дес! О, да! Надеюсь, она... То, что это, типа, такая большая... Большого лева камень-то все-таки не сломает? Да, нет, ничего не ломает она, отлично. 545 левел, сидит у меня там в клеточке. Ладно, пошел подготавливать там винтовочку, все дела. Кстати, именно из-за этого я всех динозавриков своих, всех своих питомцев в этот... в камень закрыл. Ну так, на всякий случай. О, да. Кстати, я сейчас качаю стойкость себе. Вот, и... Кстати, здесь, ну, на этом сервере по полтора стойка всего лишь прибавляется. В натуре жопа. Зато и вес нехило прибавляется. Да. Да уж, чуваку не повезло. Пока я тут летал за обсидианчиком, смотрю... В общем, дракон застрял в небе. Вот реально, дракон застрял в небе. Он, видите, голова... Какую у него голова? У него пол тела застряло в небе, и все. И... Понятное дело, он что сделать не может, он что-то двигает, что-то пытается, но, по ходу дела, он просто команда за ним, и все. Ну, в общем, не повезло чуваку. Ну, а я обратно к Рексу, мне просто там уличительное стекло нужно, обсидиан, все дела. Да уж, не хватило одного грибочка, называется, в итоге завалил Рекса. Ой, если сейчас в лого будет написано... Не, не написано... Так, ну это только все фигня. В общем, завалил Рекса 495 левела и 225 левела. Вот он там валяется, 225, здесь 495, я уже его тушку разделал. Своим птером, боевым птером. Ну, 800, теперь уже второго левела. Да уж, не хватило мне, называется, одного грибочка. Ох, но все равно мне грибочков маловато, прям... До жути маловато грибочков, это очень плохо, очень плохо. Ну, грибочки-то ладно, грибочки это я сейчас налутаю, это как бы не проблема. О, опять бобры появились, избавился от рексов, бобры появились, нормально. Вот, самое основное это цветочки, это хорошо, у меня их 43, означает, я сейчас пойду грибочки, просто с кристаллов налутаю и все. А цветочки есть, и, кстати, вот такие пролаги, вот, кстати, вот в таких вот пролагах, вот смотрите, сейчас я полечу. Вот в таких вот пролагах я убил двух рексов. Это кошмар. Но зато не зависало. Просто были пролаги. Я не знаю, ну на этом острове просто кошмар какой-то. Да уж, полетел дальше. Кстати, пока летал туда-сюда, вот такую-то пещеру увидел под островом. Кстати, никогда не видел, прям внутри острова эту пещеру видел. И там вдали вот такая вот штука стоит. Контейнер для артефакта. Я не знаю, что это такое, я очкую, если честно. Ну, вроде бы динозавров я не вижу. И есть смысл подлететь, попробовать залутать. Надеюсь, какое-нибудь говно отсюда не вылезет такое, что меня раздербанит, и все, и мне будут кранты. Да нет, вроде бы я цел жив, орел. А что за фигню-то я хоть залутал-то? Артефакт бродяги. Понятно, что за артефакты. Неплохо. Трофей? Ну-ка, на тап. Окей. За раз, понятно. Трофей. Трофей. Хм, надо трофей, ну, короче, делать. Да уж, в общем, и грибов не хватает, наркотиков не хватает, всего не хватает, и все очень плохо. Надо уже хвататься за грядки и строить грядки. И я тут бегаю, хожу там, типа, собираю... Наркобырики и... Ну, вы видите, да? Вон там вверху. Вот сейчас вот прям появится.
Не, смотри, я сейчас, видать, уже это, задиспавнился. Там чертов червь был. А не, вон, не задиспавнился. Гнида долбаная. Вон, просто его не видно так. Вон он, козлина. Я чуть туда не пришел. Смотри, я хотел вот этого шелкопряда завалить. А почему шелкопряда хорошо, есть смысл валить? С них хитин ядрено добывается. Слышь, заманушник долбанный, пошел в жопу. Реально, шелкопряд заманивает, а тут глушит. Банда долбанная. Хоть что натуре. Хотя с одного шелкопряда около 300 хитина можно добыть. Почему-то я добывал просто тупо на аптере. А уж, допустим, каким-нибудь саблезубом, либо волком, так и то больше. Вот, так что, да, есть тоже, так сказать, смысл шелкопрядников убивать. А, тем более уж здесь они такие безобидные. Да уж, мало. Блин, ты я попутал чутка шелк с хитином. Это с богомолом дофига хитина падает, там за 300. Здесь шелка падает 300, а хитина около полтишочка всегда. Чутка запутался. Вот, а с богомолом, да, там реально по 300, они рассыпаются быстро. С одного баха и ну, потому что здесь они какие-то дрыщобы появляются только, и слава богу. Вот, а с хитина с них дофига. Причем реально дофига есть смысл. Чё ж, я ж, блин, траву собираю. Чё мимо-то бегу? Вот такие вот дела. В общем, короче, я продолжаю добывать наркотики. Точнее, наркобарики, там наркотики, все дела. В общем, блин, в натуре. Надо заниматься грядками, уже конкретно. А то что-то как-то все это глупо вот так бегать и собирать, когда есть возможность реально высаживать. Да. Ай, в натуре тупые баги. Этой долбанной игры. Она что, выбралась, что ли? Она реально выбралась! Твою мать! Надо валить отсюда. На Мишане. Прям конкретно надо валить отсюда. Она выбралась! Тупые баги игры просто и во время прогрузки она просто взяла и выбралась. Ща! Это конкретно фигово. Сейчас обратно придется загонять ее. Ну как бы это не проблема. Уйди отсюда, не нервируй меня. Вот уйди, уйди нафиг, не нервируй меня нафиг. Натуре. А, проблема в основном то, что я на Мишане, а не на Птере. В том плане, что мне нужно как-то до дома добраться, до хаты. Ой-ой-ой-ой. Да уж. Ну ладно, что-нибудь придумаю. Мишаню я терять не хочу. Точнее, Машу. Это же у нас Маша. Это же Маша. Я же на правильно усел, да, правильно усел. Ой-ой-ой, так, вот это все выбросить, нафиг волокно удобное, у меня вот тонны этого волокна, и добыть его легко. О, место пригодится сейчас. Ой-ой-ой, как все фигово, вы бы знали. И все равно я мало чего добыл. Бегал-бегал, толку мало. Во, еще выбросить. О, ты в натуре же, вот я, вот это ж я с этим всем... побежал. Вот я молодец. Вот это я вообще молодчик. Ну, блин, в натуре. Ладно, что поделать? Еще раз загонять буду. Куда деваться? Так, что у меня там с весом? Такс, вес 126. Нормально, я бегаю с нормальной скоростью. Ой-ой-ой, я вот думал, как Мишаню-то спрятать, а? Ну, мишку. Проблемка. Ладно, что поделать? Я тебя все равно либо убью, либо притомлю. Два варианта осталось только у меня. Вот запомните, скорость передвижения 200%. Вот с этой скоростью вы даже от Рекса сможете убежать. Мы бегали вот с этим Рексом 545 наравне. Реально наравне, вот 545 левел, мы с ним наравне бегали. В общем, получилось как, он там забагался, кстати, здесь прилетал подписчик Биг, как что ли, Артём Биг, вот, и это, я его попросил, извини, если что грубо подумал, но я попросил его отойти, вот, потому что он бы переагрился. В общем, получилось как, вот с этой стороны забагался и не хотел уходить, но я его выманил, вот так по кругу мы пробежались и загнал ее в ворота. Ох, господи, это просто кайф какой-то. Вот, ну и, собственно, теперь она у меня там находится, сидит. Сейчас
Буду уже подготавливаться ее отомление. Я говорю, видите, вот, вся ловушка целая, но выбралась. Это означает что? Ну, как такая же история, как с Аргентависом. Прогрузка территории, прогрузка строений, и просто багается и вылазит. Ой-ой-ой-ой-ой. Так что, все фигово. Оп, светло. Надо будет костры еще вокруг поставить там. Ну все, дротики я уже сделал. Сейчас я буду делать наркотик и так далее. Надо будет Мишаню сюда привезти. Машу, конечно, Машу, блин, что я натурю, Мишаня. Ну ладно. Вот, привезти нужно будет и уже... Пускай она сидит здесь в безопасности. А наркотиков, я надеюсь, мне... Ну, хотя нифига мне не хватит наркотиков, это 100%. Ай-яй-яй-яй, надо наркотиков больше. Удачи. Вот такие вот дела. Блин, все очень фигово. Чё-то я как-то не подрасчитал чутка на такое количество этого... На такое количество... Наркоты, точнее, свое количество наркоты я не рассчитал на такое, на такого Рексушу. Да уж. Ну ладно, посмотрим, что будет. Да уж. В общем, тут расставил я костры, и она все сломала их. Два раза я в темечко получал уже. И, понятное дело, умирал. И это благодаря тому, что там есть щели. А здесь, к примеру, я могу стоять и спокойно вот так смотреть, сколько у тебя там оглушения. Слышите, там сколько оглушения? Вот, оглушение есть. Проверил я, сколько бьет стрелы. И стрелы этих Poison Arrow бьют довольно-таки неплохо. Он сейчас, допустим, 3000, да? Экс. Ага, сейчас не прошел дамаг. Отлично. А так, отлично, сейчас прошел дамаг. Так, и давайте смотреть. То есть было 3000. Он где-то 2800 должен прибавить. О, какую? 3800, что ли? А. Да, 3300, точно, 3300. Это Poison Arrow. Просто тупо стрела, да? Транквил стрела. Транквил дротик, это полная Г. Вот этот обычный. Нифига не прибавляет. Так, давайте сейчас посмотрим. 6200. Экс. И 6800. То есть, 6800? Да, 6800. То есть, плюс 600 всего лишь дамага. О, оглушение. Всего лишь плюс 600. Это вообще отстойно. Ну, вы понимаете, что это реально отстойно. Poison Arrow, 30 наркобериков, ни металл, ничего, и конкретно прям глушит. Что очень даже довольно-таки неплохо. И сейчас посмотрим новые дротики. Сейчас 6600, допустим, да? Так, было 6600. Так. Уже 6000 прибавилось. Вот он, кстати. О, во, встал на нужное место. Встал. Ну давай, давай, тихо, сильно не двигайся. Так, что, все? Получается около 7000. Что довольно-таки себе неплохо. Такие дротики есть смысл использовать. Допустим, того же Кетцеля свалить легко и быстро. Вот, ну, в целом, Poison Arrow очень даже неплохо. Кстати, это у меня арбалет еще такой дерьмовенький. Вот, ну, да, конечно, не спорю, у меня ружбайка всего лишь стандартная. Но суть-то вы поняли, что довольно-таки все было неплохо. Так, ну-ка, что там у тебя на брюшке? Нормально. Потихонечку, потихонечку прибавляет. Кстати, я с Poison Arrow понял, что сильно ими, как обычными транквилами, глушить не обязательно. Они эффект дополнительный дают со временем. И практически топового, судя по всему, здесь максимум, как я понял, где-то около 600-го левела может быть появляться динозавр. И практически топового оглушить всего лишь Poison Arrow. Сколько получается нужно? 50, ну, штук 30 стрел нужно всего лишь, чтобы оглушить. Пс, это, конечно, да. Причем эти стрелы, этих 30 стрел можно выбить с мобов спокойно. Вот, ну ладно, я, короче, буду пытаться приручать сейчас наркотики, все дела. Вот, а уж вернусь, когда приручу. Не, ну я это должен был показать. Вы видели вот это токсичное облако? Это...
Чем больше моб, по которому бьешь, тем больше токсичное это облако. Это реально кайф. На тебе еще разочек. Ну, сейчас она упадет уже. Кстати, я здесь свою ловушку пришлось мне сломать, когда я мишеню вытаскивал. Да, на такие вот дела. Да давай ты уже падай в натуре. Ой, ты ж какой ядовитый цвет. Ну, мне нравится. Не знаю почему. Да ты падай в натуре уже, наконец-то. Вот ж, блин. Я, наверное, мой дамаг еще прошел, и все очень фигово. Ой, я даже мясо не взял. Вот лох. В натуре. Тут сейчас у меня наркотик делается, и... Так, ну хотя бы это прайм мясо, потому что я не туда залез за прайм мясом. Вот, хотя бы так пока что, потому что очень-очень... Да твою мать, давай-давай-давай, ну... Твою дивизию, ну хоть кто-нибудь нажмись. Отлично. Кстати, характеристики давайте сразу глянем. Ну, 20 тысяч, выносливость, да, оглушение, все дела, это все видели. Ближний бой 440%, это, конечно, неплохо. Но это пока что. А, я и хотел оглушение посмотреть, как спадает. Да вообще практически не спадает. Я, возможно, вот эту бутыль-то даже и не смогу заюзать. Вот это вот бутыль. Вот эта бутыль вот это было. Ну ладно, посмотрим, что будет дальше. Да уж, это прошла всего лишь одна кормежечка. Ну вы видите, да, вот там миллиметр, который прибавился. Это прям конкретно. У меня тут, кстати, где-то линейка. Вот она, линейка. И, походу, дело реально миллиметр. Кошмар, реально миллиметр прибавился. А здесь полоска состоит из... Господи. Как это дебильно выглядит. 62... Короче, 62 кормежки, что ли, типа, надо? Ну, не 62, я думаю, где-то около 80 кормежек нужно будет. Да, конечно, эффективность приручения спадет, прям конкретно спадет. Ну, а что поделать? Вот. Потому что у меня ни киблов, ничего нету. Томить я тебя буду на прайм-мясе, и наркотик мне конкретно прям нужен будет до 100%. Поэтому пошел я по-быстрому лутать на мишане. Потому что, да, я могу, там, одна Poison Arrow, и все. Ничего не нужно будет, но... Ну, не хочу, я... Эффективность уменьшится, и так левел получит маленький сравнительно, потому что очень долго приручается. Вот такие вот дела. Да уж, какой конкретный, прям Кайрис. Прям фу. Ну, просто реально тут отскоки больше делать нечего. И, как видите, кстати, вот увеличительное стекло очень даже нехило помогает. Даже не то, чтобы понять, сколько стрелы дамажат, а, ну, оглушают, а то, что... Так посмотрел, о, 52 тысячи, в натуре, мне мало. Вот, и пошел там еще налутал, да? Ну, это опять-таки же касается ловушки, то есть, да, тут есть смысл. Кстати, чтобы он не жрал, мне пришлось, видите, да, я вот здесь застроил одну стеночку, тогда я мог здесь стоять спокойно и, соответственно, здесь. Вот, ну, так сказать, модификация ловушечки. Так что лучше с одной стороны, вот так вот я сейчас еще там заменю, и с этой стороны тоже заменю, кстати, тут здесь костерчик был, да. На туре все костры мне попереломало, зараза. А еще мне здесь в темечку. Ну реально, я лежу, мне в темечку. Шлепс, и я помер. И так два раза. Или три? Два раза, да. Третий раз я не там респанулся, поэтому мне пришлось сдыхать. Да. Пошел, короче, наркотики лутать, что ли? От скуки. Нашел я немного информации. Оказывается, есть все-таки... как anunnakigenesis.wiki.com, и там чуть-чуть маловато информации, но суть в том, что написано про вот это вот Poison Arrow 600% мили дамаг, про, ну, я имею в виду то, что 600% оглушения, ну, по крайней мере, как здесь написано, да, вот это вот это получается 1800, а вот это вот для композитного лука 3600, прикиньте, 3600 композитного лука, это, конечно, да, это просто офигенно. Немножко читаю информацию, очень мало информации по Анунаки, и все англоязычные.
А с английским у меня очень фигово, поэтому вот как-то так. Ну и читаю про Badass, Poison, Drake, к примеру, тоже как бы про них прочитаю немножечко, но мало чего и понимаю, если что-то пошло, надо полностью переводить и немножко разбираться. Но суть в том, что надо качаться. Самое главное сейчас это качаться. Ну и вот натомление идет, идет потихонечку томление. Я не кормлю наркотиком. Ой-ой-ой. Я не кормлю наркотиком для чего? Для того, чтобы не решить всех проблем. В общем, жду. Жду, когда около, не знаю, 1020 останется. Тогда я скормлю вот это вот седатив наркотик. И посмотрю, сколько он. Ну, по крайней мере, я посмотрю. Сейчас еще попытаюсь найти что-то когда где. И попробую посмотреть в цифрах, сколько это конкретно будет оглушение давать. Вот. Ну что, продолжаю томить дальше. Не знаю, сколько уже времени. Кстати, прошло, наверное, часочек уже. Почти часочек. Ну, в общем, часа 4-5 мне томить придется. Обычным праймесом. На 5 икстрейтах. Да уже. Такие вот дела. Сгонял же за обсидианом я. И вот такой вот пьедестальчик, чтобы сделать. Он просто скотина трофейная. От этого зависит. Слышь, задница. А, трофей. О, вот он мой водный трофей. Хе-хе-хе-хе. Так, ну-ка. О, задать пин-код могу. Отлично. Отлично. То есть, получается, только я теперь могу достать. Это означает, я ими украшу стену. Да, я вот здесь, короче, сверху потом расставлю, украшу и будет. Блин, все-таки я кайфую от того, как я поставил здесь. Конечно, вот что-то косяк есть, но этот косяк видно только вблизи. Но, блин, такой кайф, вот так ровненько, прям вот реально ворот так в стену внедрены. Еще вот здесь все доделаю, потом, ну, такой нормальный домик сделаю. Вот. Ладно, че, пошел еще ждать. Блин. Кстати, я нашел информацию. Получается 20к торпор дает, то есть 20 тысяч оглушения дает один вот эта вот штучка. Прикиньте, 20 тысяч! Это же офигеть! Кстати, блин, что-то я не глянул, сколько дает обычный наркотик, сейчас глянем. Наркотик. Вот, 20 тысяч, что он, получается, требует? Ну, единственная проблема, это цветок и... цветок и этот... господи... Ну, и гриб. Это, пожалуй, единственная проблема. Так, существа на 40. В общем, 40 дает, то есть вот это получается... то, что я использовал на него 100 наркоты, да... То есть эта наркота мне даст всего лишь 4000. Вся вот эта совокупность предметов дает 20 тысяч. Реально кайф. Реально кайф. Значит, я сейчас бадасов смогу в легкую томить. Альфа чей могу в легкую томить. Круто. Круто, круто, круто. А еще Poison Arrow в сотни раз лучше Tranquil Arrow. Надо будет до композитки развиться, та еще будет круче. Да, уж неплохо. Сейчас, единственное, только остается вопрос. Редкие цветы грибы, это значит, мне надо будет этих... грабить бобров в большом количестве. Вот, ну ладно, 20 тысяч, это офигенно. Сейчас вот спустится, где-нибудь станет 30 тысяч, чтобы было точно заметно 20, не 20. И тогда уже включусь, захаваю один, точнее, Рекс захавает один. Одно снадобье. Снадобье оглушение. Так, ну и что, давайте посмотрим, что в итоге у нас получается. Да, серия уже конкретно затянулась, но что поделать. Я немножко побольше решил ослабить оглушение. 28,5 тысяч. И скидываем одну штучку. И использовать. Бах! Ну, явно не 20 тысяч, да? То есть она просто в один тик сделала...
Я не знаю, сколько тогда. В общем, 24 тысячи. Ты смотри. Да ладно, а я думаю, что ты жрешь, ты жрешь. Он вызывает, там же написано, он вызывает конкретный голод. Он мало того, что оглушение вызывает, так еще он просто в нулиную еду сбил. Сейчас он просто хавает и приручает. Твою мать! Твою мать! Я 2 часа просидел! Просто так, оказывается! Офигеть! Не, ну одно хорошо, я еще 4.5 часа, там 4-3 часа еще дополнительных не буду съесть. Она просто сейчас хавает. А я думаю, что за звуки, что это она хавает, ничего понять не могу. Просто, короче, ловишь, сразу же кормишь, и все, и да, она хавает. Он хавает в большом количестве. Офигеть, вот это офигеть, реально. Смотрите, как приручение тикает. Вот этого я не знал. Это я реально не знал. Все, господи, Анунаки, это реально кайфовый сервер. Точнее, мод. Очень реально облегчает жизнь. Офигеть. Мало того, что стрелы босявые, так еще и наркота кайфовая. Просто офигеть. И мне сейчас надо изучать уже седло. Не знаю, как тебя назвать, я не знаю, блин. Ладно, будешь пока без имени. О, да. Офигеть. Просто офигеть. Не, это реально кайф. Знаете, вот честно, вот сейчас вот я думал, стрелы кайф. Потом думаю, о, дрочки кайф. Когда почитал информацию, подумал, о, композитные стрелы кайф. Все это говно. Вот это вот наркотик, это просто реальный кайф. Вот это самое лучшее, что по ходу дела может быть в этом сервере. По крайней мере, то, что я столкнулся, с чем я столкнулся, это самое лучшее в этом сервере. На этом сервере. Ну, лучше пока что еще не нашел. 770 левел. Кстати, давайте посмотрим сейчас характеристики сразу же. 28 тысяч хп, выносливость 5 тысяч, кислорода почти 2 тысячи, еды 31 тысяча, почти 32, веса 1500, урона поменьше стало, 644 тысячи, ну и скорость передвижения 100%. Классно. Сейчас прокачаю, сейчас надену седло, и у меня будет Рексик. Рексик будет классный Рексик с офигенным дамагом. Сколько у тебя там тысяч оглушения? Ну-ка, мне не по... Не, мне не показалось, 123 тысячи оглушения. Кайф, вот это кайф, это реально кайф. Блин, это... все. Я теперь знаю, как я и кецеля спокойно поймаю и так далее. Просто тупо 2-3 стрелы и... или 2-3 дротика, и потом наркотик, и все, и он мой. Вот такие дела, народ. В общем, как вы видите, просто офигеннейший мод. И все очень здорово. Мне очень нравится. Надо только единственное колобка себе, чтобы я мог базу свою расстраивать больше и больше. И делать красивее. Ну, а в следующих сериях что-нибудь интересное да придумаю. У меня уже есть идеи, есть заготовочки. Вот, и так далее. Кстати, я тут, блин, полазил, покопался. Изучил вот такую вот штуку. Circuit Shrine. Я не знаю. В общем, такой же обелиск. Кстати, давайте я сейчас его состряпаю. Кайф. Вот такая классная штука. Офигеть. Да ладно, ты в себе еще предметы можешь хранить. А что это такое? Задать пин-код, окей. Да, вроде правильно я свой пин-код пил. Stone Swivern Milk and Game Slowly. А, это что-то короче связано с вивернами, но
суть в том, что это очень кайфовый и красный классный обелиск. Я честно хочу свой дом украсить прям конкретно, чтобы он был красивый. Вот, и мало того, я еще хочу здесь еще можно что-то состряпывать, типа вот такого можно состряпать. Просто требует он 0 энграмм. Ну почему бы и не изучить? Вот это тоже 0 энграмм. Ну почему бы не изучить? Все это говнецо требует 0 энграмм. Ну почему бы не изучить? Вот такие вот дела. Поэтому как бы есть смысл все это дело состряпывать. Только что-то мне кажется, там нужно где-то непонятно где-то это все создавать. И так далее. Так, дротик. Тоже дротик опять. Ой. Типа я вызывать что ли могу? Дрейк 3. Ой, да ладно, короче, я тут сейчас походу в такие дебри залезу, что просто кошмар. А лучше туда не лезть. Так, 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 где ты? Вот он ты где? Так, ну-ка. А, ты здесь создаешься, отлично. Флаг Мантикоры, отлично. Я такое никогда не сделаю. Наркотик? Ой, да ладно, а это что за такое? Энграм Sleeping Gem. Бат. Это, короче, типа верстака. И что-то здесь связано с вивернами. Молоко виверны, черный жемчуг, кристалл и наркотик. В общем, долго разбираться в этом всем. Вот, ну, в общем, я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Серия затянулась конкретно, 41 минута уже, и очень было, не знаю, лично как лично для вас, но для меня очень было познавательно почитать форумы и узнать про все это от сервера Anunnaki, все вот это вот дело, это просто кайф. Очень интересно, не зря, так сказать, все это читал и узнавал. В общем, всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, все дела, ну, в общем, все как обычно. Поэтому всем удачи и всем пока.